Специалисты Горгаза монтируют газовый счетчик в квартире пенсионерки Раисы Барамыченко. Она решила установить прибор учета после того, как услышала о необходимости сделать это до начала 2015 года. Сомнений, куда обратиться за помощью в этом вопросе, у женщины не было. Я здесь живу давно, поэтому другой организации я не знаю и не знала. И я знаю, как раньше нас обслуживали очень хорошо, раз в полгода приходили, смотрели все. И если что-то было не в порядке, устраняли этот непорядок. Специалисты Горгаза не ограничиваются только установкой счетчика. Они еще и проверяют газовое оборудование, чтобы оно было исправно, и меняют устаревшие коммуникации. Отключили для того, чтобы заменить и шланг, и гибкую поставить гибкую проводку. Работы у монтажников хватает. В день Горгаз обслуживает до 50 заявок. После установки счетчика специалисты обязательно проверяют, нет ли протечек газа и все ли работает правильно. К своей работе они относятся очень ответственно. От этого зависит безопасность в домах зареченцев. Однако так добросовестно к своему труду относятся не все монтажники. Специалистам аварийной службы Горгаза уже приходилось исправлять ошибки других установщиков, в том числе ликвидировать утечки газа. Ведь даже если причина неисправности – некачественная работа по установке прибора, сбора учета специалистов каких-либо других компаний, устранить ее смогут только рабочие Горгаза. Право на обслуживание газового оборудования в Заречном есть именно у них. Мы в любом случае приедем и это дело поправим, устраним, поскольку у нас есть договора на техобслуживание, то есть мы не можем бросить наших жителей без устранения этих неисправностей. Аварийная служба Горгаза работает круглосуточно, и ее специалисты всегда готовы прийти на помощь зареченцам. Однако при установке приборов учета газа стоит подумать о собственной безопасности и сразу обратиться к специалистам компании, которая уже заслужила доверие горожан. Анна Сазонова, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный».